Всем доброе утро. У меня родился следующий марафоновский шедевр. Сейчас покажу, что, из чего мы будем это делать и что нам понадобится. Запланировала одно, приготовила одно. Случайно попалась на балконе, перебирала в мастерской, попалась деревяшечка, потом к деревяшечке попалась гипюрашечка. Сейчас покажу, что у меня в заготовках, и потом покажу, что я буду делать. Вот, наготовила, нагладила кучу опять полосочек, которые размножаются. Ниточки, иголочки, все вот покрупнее, помельче. И та-дам, видите? Вот кусочек, который попался, деревяшечка давно лежала на балконе, я всякие такие покупала. Мне где-то еще маленькие, надо их найти. Вот сейчас поищу все остаточки кружев. Вот. Ну. Это не белая, она тоже такая молочная, но в разных оттенках. Ну, я посмотрю, может, я чем-то их и притонирую. Понадобится пистолет клеевой, понадобится клей этот. Сейчас ниточки подберу. В общем-то, буду я... Да, и понадобится синтепон. И понадобится синтепон. И все, и буду делать потихоньку и показывать. А уж цветную ту ткань пойдет следующим этапом. Самое главное, чтобы у меня регулярно выходили мои марафоновские шедевры. Вспомнила еще другие цвета у меня есть. Вот он, синтепон, о котором я говорю. Это уже прям такие кусочки, как раз они пригодятся. Вспомнила, вот у меня еще вот такой кусочек завалялся. Когда-то, кто помнит, делала в пицце мост возле Эйфелевой башни. Вот у меня еще кружево. Ну, в общем, смотрите, что будем делать. Выкроила по основному размеру и рисунку подклад и сколола. Ай. Сейчас я хочу скрепить. Может быть, даже оставлю, чтобы вот эти крайние так болтались. Может быть, это будет интересно. Я подумаю. И вот я приколола все свои винтажные кружева, все свои запасы. Этот вот как раз весь кусочек ушел. Вот этот последний кусочек. Буду смотреть на рынках. Когда-то видела вот такое на рынке, целый рулон, 250 рублей. Ну, там было метров 25. Ожлобилась, теперь сожалею. Ну, тогда просто мне не было идей, куда девать. Так, пошла я все это пристрочу. Это пристрочу, это прихвачу. И потом подумаю, как я буду соединять с синтепоном и устанавливать остальную оторочку. Я думаю, уже понятно, что это будет. Пришила декоративной строчкой, показываю, какой. Во-первых, они по цвету, как бы, знаете, соединились все кружева. Ну и просто ровной строчкой мне не хотелось. Ну и здесь скрепила, и по центру шва, по центру проходил шов, я его тоже, ой, простите, медленно надо. Я тоже прошла его декоративной строчкой, но за счет того, что очень выпуклые вот эти пипочки, может быть, где-то нарушился, как сказать, шаг, размер шага. Но это не страшно. Вот такая красота у меня уже вырисовывается. Все, я сейчас все это скалываю с синтепоном, собираю и показываю следующий этап. Ну вот, я положила слой синтепона. Ах. Сейчас я это все скалю. И, наверное, сначала сметаю, а потом уже буду соединять. Уже что получается объемное. Сижу, ножку обматываю. Руки все в клею. Так, эта заготовка у меня сколота. Ну, уже все поняли, что это елка. Мне осталось ее вручную прошить и обработать бока. И вот я сделала ствол. Ну, он еще не готов. Смотрите, это китайские палочки. Все в клею. Все, я оставляю сохнуть. Потом я все это вот так внутрь ставлю,
и уже потом буду мудрить, как я, ну, клеевым пистолетом, конечно, все это будет держаться. Все, ребята, оставляю сохнуть на полчасика, на часик. И заканчивать буду свою елочку. Видите, у меня день, но при этом так темно. Включен свет, включен фонарик. Вот видите, видно, что это фонарик светит, но при этом такое освещение. Поэтому простите меня. Ну вот, дорогие мои подписчики и гости канала, вот моя елочка, вот такая получилась красоточка. Я края обшила кружевом. Все это я соединяла декоративным швом. Чтобы нигде ничего не сыпалось. Ножку я обверну джутом. Закрепила клеевым пистолетом, и потом джут построгала и приклеила. Снимать приходится таким образом, потому как она очень высокенькая получилась. Ну, конечно, не очень, она получилась 40 сантиметров, где-то 43. Какой кусок был, из такого куска я и исходила. Поэтому вот такая красотка получилась. Ёлочка была, очень давно лежала. Ёлочка пластичная, поэтому можно ее хорошо поправить. Там, видите, такая вот вся мягонькая. Вот какой красивый декор у меня получился. Надеюсь, вам понравилось. Присоединяйтесь, подписывайтесь, ставьте колокольчики, ВКонтакте подписывайтесь. Группа ВКонтакте и в Инстаграме также имеет позывные Мила Бали. Заходите, подписывайтесь, общайтесь, задавайте вопросы. И всех с наступающим Новым годом!